Привет, дорогие друзья! Обсудим сегодня уже не фильм, а краску для волос. Кто хочет на лето приобрести красивый розовый оттенок, легкий, неинтенсивный, рекомендую краску розовое золото L'Oréal Paris. То есть краска 100% закрашивание седины, не знаю, видно вам, нет. Что сюда входит? Входит окислитель, вот такой вот окислитель, в таком вот баночке. Далее, и, скажем так, проявитель, сама краска, она жидкая, заливается, легко размешивается, и вот такой бальзам, которого хватит, я не знаю, наверное, дорогие у вас волосы, конечно. Ну, раз, наверное, на 10 хватит. Да? Вот. И что хорошего об этой краске? Сюда входит, кстати, она с аммиаком. И немного кожу головы щиплет, когда наносишь. Ну, тем не менее, я нанесла. Я еще в том году окрашивала этим цветом, таким летним. Перед югом мне захотелось быть с розовым оттенком волос. Смывается, ну, как и все краски, наверное, раза через 4. Она уже не такая интенсивно розовая, хотя и так ее нельзя назвать интенсивно розовой. Наверное, при этом освещении не видно, да? Но если вы увидите мои другие ролики с белыми волосами, все равно заметно. То есть, если нанести вот на такие, да, светлые волосы, потом вот такой розовый оттенок, потемнее и темно-каштановый, вообще не рекомендуется. От светло-каштанового до каштанового, мне кажется, тоже что-то такое не то будет. Но если у вас светлые волосы, вы хотите их сделать розовыми, с легким оттенком, опять же говорю, не интенсивным, тогда эта краска для вас. Забыла сказать, что она, эта краска, кстати, L'Oréal Preference, еще раз подчеркиваю, она наносится на влажные волосы, как это ни удивительно, не на сухие, как другие краски, а их смачиваешь, и наносится состав этой краски. О чем, кстати, написано подробно в инструкции. Инструкция, что сюда входит. Сюда, кстати, очень удобные, хорошие перчатки входят. Черного цвета, по руке такие удобные. Вот. На полчаса наносится эта краска. Опять же, вы знаете, если раньше окрашивали, то так наносится, если не окрашивали по-другому. Все здесь написано. Так что пробуйте. Кому нравится экспериментировать с цветом волос, экспериментируйте. Всем удачи, хорошего лета, любви, красоты, здоровья. Пока-пока.